планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Так, ребят, всем привет. С вами Вян. Продолжаем проходить игру под названием Case Animatronics. Сейчас я сделаю чуть потише, а то вдруг меня не слышно. Короче, лайфхак от одного подписчика. Вот его комментарий. Он сказал, то, что если получается выключить планшет и нажать сразу на иконку, то у нас не будет тратиться зарядка. Давайте это проверим. Так, ну сначала посмотрим. О! Вот он. Так. Да-да-да. Слушайте, зарядка-то не тратится. Странно все это. Спасибо тебе огромное, реально. Не знал то, что так можно. Так, реально не тратится зарядка. Вот я могу миллион раз нажимать. Все окей. Фух, ну как он дышит, меня это бесит, конечно, немножко. Ну ничего страшного. Так, давайте, короче, сейчас... Блин. Реально буду лайфхаком этим пользоваться. Где волк? У меня такой вопрос. Так, вот, вот, вот. Какое-то движение видел. Где волк? Волк. Ага. Так, он в кабинете Бена как раз-таки рядом. О, сейчас он где? Так, шанс есть у меня. Так. Дебил! О! Шкафен. В Нарнию, давай быстрее. Этот деградоид сюда пришел, по-моему. Так. А! Да блин. Все готово. Вопрос теперь, где он? Так, там один ходит. Волк. А этот надо мной где-то ходит, вентиляция. Хуй, знаете... Очко выйти. Фух. Так, Вольф, ты где? Что происходит? Где волк? Скажите мне, пожалуйста. Кабинет Бена закрыт, он туда не мог попасть. А может мне сразу на склад пойти за отмычками? Вещдоги. Ладно. Давайте, была не была. Он бежит сам. Дебил, быстрее! О! О, нет, нет! А. Я так понял по его дыханию, он прям... Он мое дыхание слышит! Не дыши, не дыши, не дыши. Молю тебя. Вот паскудина стоит там, меня что. Все, пошел. Когда он так... Когда он так дышал, короче, этот подслушивает. Так. Нет, не так, не так. Да не так. Да не так.
О, 2%. Вот это, конечно. Где вентиляция? Вот вентиляция. Центральная. Так. Волк. 2, твою мать. Вот урод. Я слышал, этот сзади стоял там. Спрыгнул такой, бабах. Это чмо лазит вентиляция. Значит, чем? Так, где он? Этот вон там уходит. Вот он. Он сейчас сюда заходит, вот сюда вот. Да, вот сюда заходит. Нам надо вещдоки. Так. Куда он сейчас пойдет, интересно? Это что за комната такая? Без понятия. Ко мне, что ли? Да не. Так, сейчас он пошел. Это что? Раздевалка, вроде бы. Нет, раздевалка там находится, слева. Он сейчас где-то рядом ходит. Так, короче, друзья. План действий таков. Сейчас он как только сюда зайдет. Вот тварь постоянно идет в сторону вещдоков. Нафига так делать, не понимаю вообще. Вот сейчас он идет в сторону вещдоков, да. Ну, подождем его, пока он идет. Бесит меня этот волк больше всего. Была бы одна кошка в игре. Так, сейчас он идет в раздевалку, да? Или куда ты там идешь? Да, он в раздевалке. Давайте мне шанс. Так. Меня спалил? Чё? Смотрим, где я сейчас. Рядом ходит кто-то из аниматроников. У меня есть красная ключ-карта. Я уже продвинулся чуточку вперед. Итак, твои реплики. Похоже, это ключ-карта от какого-то... А, друзья, у меня багануло, короче, слушайте. Так, сейчас я засяду. И буду вам посвящать историю. Слушайте внимательно. Короче, я с помощью отмычки открыл дверь, извиняюсь. И с помощью этой отмычки, теперь знаете, что сделал я? В общем, получается, с помощью отмычки открыл дверь Бена, зарядил планшет. На компе был тупой вирус какой-то в виде игры. Так, тихо, кто-то здесь. Дальше, пришел в эту комнату, вот в эту вот. Вот тут волк. Прям возле меня. В этой комнате я нашел... в сейф, и мне позвонил, как там его зовут, короче, неважно, чувак, и сказал то, что ты еще до сих пор жив, там, типа, я отключаю тебе вентиляцию, и ты должен протянуть до 3 часов ночи, чтобы забрать из сейфа эту карту, желтую. И мне сейчас сюда надо, в комнату допроса. Он выключил вентиляцию, у меня начались галюны жесткие, прям вообще. Я начал подыхать уже, меня потом загрызли, и вот теперь я возродился, уже 3 часа ночи прошло, как бы. Круто вообще. Подфартило мне. Просто. Сейчас самое сложное. Нужно до сюда добраться как-то.
А вот в этом коридоре камер нету. Поэтому будет не так уж просто. Да-да. Так, наблюдаем сначала. Вот. Если бы сейчас я вышел из комнаты, вот эта вот дверь бы сейчас открылась. Хопа. Оттуда выходит кто? Волк. Или кошка, или кто? По-моему, это кошка или волк. Так, он зашел сюда. Волк. Кошка находится в вентиляции. А вот, ребят, мне что-то плохо становится. Вот видите, уже галюны начинаются. Тошнота, все такое. Еще у меня на улице дождь идет и ничего не слышно. А если я в наушниках буду снимать, то тогда игру не будет слышно. Протянул я как-то до 3 часов ночи. Сейчас самое-самое тяжкое. Быстро завернуть за угол. Нужно выждать момент. Один момент, чтобы я успел выйти в коридор. Где волк? Чувак, держись. Нельзя тебе сейчас умирать. Так, отлично, волк там. У меня есть шансы. Так, 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 так. Зачем мне эта комната? Зачем мне эта комната? Мне должны позвонить? Похоже, ты познакомился с еще одним из моих творений. Чё? Твоя удача меня поражает. В смысле? Давай повысим градус напряжения. Не. Тебе все будет серьезно. А-а. Игрушки вышли на охоту. Обернись, тебя ждет сюрприз. Чувак. Пока нас вас видит. Чувак, ты ублюдок вообще прям. Используйте комплект батареи для включения радио. Чувак, чем мне так плохо? А, что? Пасфорд. Ой, пасворд какой-то. Какой пасворд? Найти надо. Я вообще не в теме. Это что? А, вот радио. Слушайте, друзья, я не врубаюсь вообще, что мне делать. Какой нахрен пасворд еще? Ой, пасворд, найти пароль. Ну, пасворд, я знаю, что это пароль. Это дураку понятно только. Так. Ждем сейчас. О, я кого-то видел. Нам нужно в D1, в архивчик. Сова. Блин. Совой куда намного сложнее. А чё они стоят? Сова тут, я знаю. Знаете, как все сейчас напряженно в этой игре стало? Стоп, а чё они все стоят? Вентиляция. Нельзя. Стоп, что? Они останавливались на время? Не может быть. Да как я этого не уловил? Так. А-а. Кто-то здесь ходит. Кошка. Она меня ищет. Меня ищет. Она меня сейчас найдет 100%. Уже в ухо прям шагает.
Так. Кошка смылась. Так, так, так. Нет! А-а! Короче, все, у меня жизни закончились. Продолжение следует. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых видео. Ну а с вами был Авиан. Спасибо за просмотр, всем пока.